Приветствую уважаемых подписчиков и зрителей нашего канала. Ну и с вашего разрешения продолжу озвучивание моей коллекции афоризмов и цитат. Вокруг манекены с разными лицами, с разными характерами. Где-то свободы воли побольше, где-то поменьше. Но все равно 90% куклы. Кем-то сделанные, чтобы нам веселее жить было. Этот мир будет жить, будет падать и учиться вставать. Он не заставит говорить того, кто хочет молчать. Не заткнет рот тому, кто хочет говорить. И, может быть, станет лучше. Хорошо, наверное, что над нами смеются. Лишь бы не боялись, не завидовали, не ненавидели. Не совсем обычно, но иногда такое будет. Теперь в качестве цитаты небольшое стихотворение. Отражение, кривляясь, вырывается на волю, хладнокровно улыбаясь или плача, но без боли. Зеркала следят за нами, научившись даже слушать, быть и мыслями, и с нами, искажая наши души. Тонут в зеркале желания, замедляются движения. Нас отдали на заклание, нас поймали отражение. Водки все равно много не было. Сколько водки не бери, все равно два раза бегать. Для лентяев ножи и ножницы всегда дальше, чем собственные зубы. Можно гордиться бутылкой вина, поросшей пылью, но уж никак не вазой для цветов. Неважно, от кого получаешь подтверждение собственной ценности, от друзей или от врагов. Важно, что оно есть. Наивный, неумелый, но упорный. Разбитое доверие не склеишь слезами и соплями. Нет, ни фиговые листочки использовали Адам с Евой, чтобы прикрыть наготу от Бога. Сделали себе по дубинке, и сразу стыд пропал. Главное — ввязаться в бой, а там посмотрим. Есть простое правило безопасности, сказала Вика. Избегать опасных мест. Есть такая хорошая русская традиция. Перед боем помыться и переодеться в чистое. Доверие бывает лишь в двух случаях. Если это друг или если это деловой партнер. На каждый предел найдется свой беспредел. В детстве все по-другому, и драки кончаются лишь слезами, и краски чище и ярче, и любовь может быть только одной и навсегда. Не люблю дурные предчувствия, они иногда сбываются. Добрый, не слепой, всепрощающий добротой, а добротой зрячего человека. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите на конечных заставках.